Привет всем, с вами Коксон. Сегодня я покажу вам удобный аддон для поиска группы в LPG. Аддон называется Premade Groups Filter. Итак, приступим. Выбираем поиск группы, заранее собранной группы, рейды BFA. Видите, тут появилась галочка Premade Groups Filter. Также появились фильтры. Какие мы тут фильтры имеем? Первый фильтр – это сложность, от обычного до эпохального. Второй уровень предметов. Можем поставить минимальный уровень, какой нас интересует в поиске группы, или максимальный. Третий – боссы убиты. Этот фильтр только для рейда, если вы хотите найти группу с чистым КД, вы просто ставите 0. Если же вы ищете группу с определенными убитыми боссами, вы ставите от 1 до 3, от 1 до 6, от 4 до 9, смотря какие боссы вам нужны в рейде. Следующий фильтр особенно будет полезен для танков и хилов. Как это работает? Допустим, вы ищете рейд хилом. Ставите галочку «Лекарь». Пишите от 0 до 1, тогда будут показаны только те группы, где один хил или их вообще нет. То же самое для танка и для ДД. Также есть дополнительные фильтры, которые можно посмотреть, наведя на значок Info. К примеру, можно написать Voice, и будет отображаться группа с голосовым чатом. Или пишем команду MuRealm, тогда показывают группы с лидером с вашего сервера. Также можно ввести команду Voice and MuRealm, тогда будут отображаться группы с голосовым чатом и с URL с вашего сервера. И так далее. Данный аддон очень полезен и удобен в поиске группы, советую его всем. Скачать его можно будет по ссылке внизу под видео. Всем удачи и до новых встреч, с вами был Коксон.